Добрый день! По-моему, 4 марта 2019 года, точно врать не буду, но воскресенье, во всяком случае, Санкт-Петербург. И хотел бы я поговорить о постановлении 170 от 20 февраля 2019 года, подписанное никем иным, как нашим великолепным Дмитрием Медведевым. Да, так вот, на мой взгляд, это постановление позволит решить все проблемы российского производства. Они будут загружены на многие сотни тысяч лет вперед. А постановление заключается в том, что необходимо судей Российской Федерации снабдить пистолетами российского производства и обычными патронами тоже российского производства. Но я предлагаю, на самом деле, дорасширить это постановление тем, чтобы снабдить еще всяких помощников, секретарей и всех канцеляристов, кто с этим связан, точно так же оружием. И тогда страна будет обеспечена заказами не на сотни тысяч, а на миллионы лет вперед наверняка, потому что всегда же они будут приходить в негодность. Всегда что-то будет списываться и так далее. Ну, а что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. А еще хотелось бы, так это мысли вслух, интересно, успеем ли мы при нашей жизни увидеть воплощение фильма «Судья Дредд» в реальности, когда будут судьи ходить с какими-нибудь российскими фамилиями или именами? Да, ну... А мое оценочное суждение по данному вопросу, я всегда выступал за свободное ношение всем и вся, ну и за исключением медицинских показаний, когда противопоказано все-таки это. Потому что, на мой взгляд, только арабам не положено оружие. Но, возможно, я ошибаюсь, и, конечно же, я не прав. А что вы думаете по этому поводу, пишите. Как-то так.